Классный бит. Это в самой игре. Это в самой игре. Что ж, думаю, будем начинать. Я одновременно к этому еще буду записывать на свой канал. Потому что я хочу это выложить как на свой YouTube канал. Так что давайте-ка начнем. Так. Ладно. Вступление включить. Стандартный шутер управления. В окне. А, все-таки в окне есть. О, новый донатик. Так. Я музыку все-таки убавлю, а то слишком она как-то жестко. Даже донатик не услышал. А, ясно, понятно. Время долбоебов. Так, привет, Зак. Что ж. Давайте начнем. Это экспериментальная игра. Во время игры многие возможности могут быть непонятными. Меню «Помощь» будет твоим главным путеводителем в этой игре. Нажав клавишу F1, ты в любой момент сможешь изучить важные игровые механики. Серьезно? Лол. Даже такое добавили? Паника, персональный ад. Что? Некоторые монстры способны убить игрока одним плевком слезы. Этого можно избежать, войдя в режим паники. Если игрок при смерти быстрым нажатием всех клавиш на клавиатуре или мышке, можно выключить режим паники. Серьезно? Даже такое добавили, капец. Привет, Дёрпи Хус. Привет, Лесрук. Дарк Данир. У меня часто игры с иероглифами бывают вместо русских букв. У тебя такое бывает? Не особо. Просто главное, чтобы надо было бы, чтобы Windows соответствовал. Типа русский. Красивая. И правда. Холодно. Надо было шарфик надеть. Да ладно тебе. Шарфик. Надеюсь, сегодня хорошо отпразднуем. Я бы съела пару мандаринок. У меня Kingdom Come скачивается и стрим подлагивает. Нормально. С наступающим, парни. И вас также. Как добрались? Холодно очень. Шарфик надеть надо было. Окей. А кто здесь живет? Пегас какой-то. Богатенький, видать. Окей. Я не знаю, сможем ли мы вообще пройти полностью, но я попытаюсь. Вы опять дом обносить собрались? Естественно. После празднования. Воры. Пока, Дёрпи Хувс. Добро пожаловать, дорогие мои. Всех с наступающим. Меня зовут Авель. Или Авель. Я куратор этого поместья. Я рад, что вы пришли. Не стесняйтесь, заходите. Я как раз собираюсь накрывать на стол. Будешь бухать? Не, я бухать не буду. А чего здесь так просторно? Боюсь, с этим вопросом не ко мне. Не, я дом строил, мальчик мой. Располагайтесь, друзья. В гостевом зале я подготовил подарки. Чувствуйте себя как дома. А я пойду накрою на стол. Окей.
Почему у него, правда, этот, глаза закрыты? Он слепой, что ли? Или... Ты иди. Мы обсудить кое-что хотим. Окей. Давайте-ка проверим сначала комнаты. Окей. Красная дверь, и уже там все закрыто. Я очень давно играл в нее, но я не играл из-за... Не смог пройти игру до конца, потому что все сохранения, как назло, удалились. Нажми кнопку из... Окей. А какая из кнопок использовать? Управление шутер. Телепортироваться, чародейство. Ага, Space. Я понял. Окей. А что здесь можно использовать? Флаттеру сегодня надо было играть в симулятор ВДВшника, да? Блин, я хотел какой-то тоже подарок немножко сделать, так сказать, и... Я не знаю, типа... Поиграть в это. Уютно здесь. Очень уютно. Хочу дома такие же пуфики. Парни опять дела планируют. Они живут кражами. Что поделать? Нельзя так. Да не заморачивайся. Куратор скоро на стол накроет. Мандаринками перекусим. Е-бой. Типа, я могу открыть? Не могу. Ванная огромная. Да-да, согласен. Так. Ребят, сколько, кстати, зрителей сидит? Так, привет, куратор. Вот. Чем могу помочь? Как ты видишь через эту повязку? Милая моя, тебя ведь зовут Ада. Это заняло у меня годы тренировок. Однажды я тебя научу. Не забудь свой подарок. Там в гостевом зале. Окей. 25 зрителей. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, это мой подарок, я так понял. И что вы надумали? Мы ограбим куратора, когда все лягут спать. Мы вынесем все золото и поместье, и всю мебель. И как вы все это унесете? Любой ценой. Вы идиоты! Не, ну серьезно, нечем заняться им. Рыба не мясо. Рыба белок. Помни, едят рыбу, им ведь белок тоже нужен. Да-да. Хм. Надо же! Что тебе подарили? Шарфик. Класс. Теперь не замерзнешь. Там еще что-то. Вау, в прошлый раз этого не было. В прошлый раз явно этого не было. Что это? Или было, не знаю. Вау! Надеюсь, из-за этого никто не восстанет из ада. Страж... Страшные у куратора подарки. Так. Давайте поможем Флаттеру собрать на Them Fighting Hearts. Да, кстати, ребят, я сейчас собираю на Them Fighting Hearts. Это игра от разработчиков... от разработчиков Fighting is Magic. И я очень хочу ее купить. Все готово. Приглашаю всех за стол.
И если мы сможем собрать, следующий стрим будет уже по Сонику, а через стрим уже будет Them Fighting Hearts. Дорогие мои, это был потрясающий год. Я уверен, что у каждого из нас в этом году случилось что-то незабываемое. Давайте же скажем прощай этому году и пожелаем, чтобы следующий был таким же потрясающим. Привет, Куки-чан. Чтобы салатик никогда не кончился. Чтобы денег больше награбили. Вот, да, у нас что, о чем думают. Чтобы зима не была такой холодной. Шарфик надевать надо, чтобы холодно не было. И чтобы все были счастливы. Пони едят оливье с сеном. С Новым годом! Хотя им это и не нравится. Так. Эй, зажгите свечи! Включить фонарь. Бум! Шит. Мои друзья! Это Клавдия? Она же тоже умерла, да? Дисмос. Гесток. Шит! Братан! Нет! Фу. Так, сохранение. Шит! Братан! Есть. Так. Там что-то было вроде как. Ну ладно, не будем. Опа! Задоджил! Шит, ты прикалываешься? Братан! Он меня чуть не убил. Так. Надо искать. Травы. Отлично. Больше трав. Еще травы. Оп. Окей. Правда, я малость не смогу в чатик смотреть иногда. Потому что, ну, блин, сами должны понимать, что и это игра. Не жизнь, а насмерть. Так. Флаттер, ты, кстати, хоть заметил мое появление? Если нет, и привет с праздником. Да, заметил, Мефистофель, ты чё? Чтобы я не заметил твоего появления, ты что? Так, там значит закрыто все. Я, наверное, слишком много их набрал уже. Поздравляю тебя. Я вас тоже всех поздравляю с этим праздником. Оп. Забрал. Ау, шит, это то же самое место. Книга! Все, пизда тебе. Так. Отлично. Так. И вам тоже всем с праздником, ребят. Типа, поздравляю. Так, значит, у нас есть фаерболы и синий ключ. Синий ключ, я так понимаю, нам надо возвращаться и там уже что-то делать. Сейчас я только использую сохранение. Извините, я в подобных играх очень часто сохраняюсь, потому что я стремаюсь. Все время стремаюсь, что вот-вот я возьму и умру. Шит!
весь в крови уже. Даже эту доработку сделали, чтобы прям кровь была видна, походу. Они исчезли. Что происходит? Так. Полечились. Окей, это то же самое место? Да, это походу то же самое место. Да. Влад, скажи в двух словах, что за игра, каков сюжет, где мы и что мы должны сделать? По сути, мы вместе с друзьями пришли в один дом, в котором, оказывается, живет псих, и у него дома кучу нечисти. А мы должны с этого всего дерьма выбраться. Вот, в общем-то, сюжет. Братан, привет! Вот это его расквасило просто. Так. Нету никаких секретов, а то вдруг с моего прошлого прохождения в этой игре что-то добавили. Флаттер нашел книгу, ну... Все, он пизда. Что же он скажет, если он найдет... Я нашел библиотеку! Не, ну вообще, это просто книга заклинаний. Я помню, что она, типа, как раз-таки дает вот эту вот силу, которая у меня в данный момент.